Можно много придумать словосочетаний: творческое пространство, пространство молодых, молодежный центр, выставочный зал или галерея. Честно говоря, я еще не до конца определилась, что это такое, потому что мы, наверное, соединяем в себе все эти категории. У нас есть как классы и мастерские для образовательной программы, также у нас есть большой оснащенный выставочный зал, так и зоны отдыха. Так что мы хотим здесь объединить все возможные молодые инициативы. На самом деле, действительно, идея зародилась где-то года три назад, вот когда я пришла работать в мэрию города Новосибирска. Я заехала сюда, в центр Аль-Таир, и мне стало немножко жалко, что в центре города, в котором сосредоточено огромное количество креативной молодежи, нет своего личного пространства, в котором бы, как я говорю, любая бы молодежь чувствовала себя комфортно. А это очень важно, это очень необходимо, потому что только вот в такой среде создаются идеи, создаются смыслы. Мы как раз говорим о том, что молодежи должно быть третье место. Первое – это дом, второе – это работа. А вот третье место – это как раз должно быть место, где собираются разные мнения. Но главное, чтобы было мнение. И главное, чтобы было что обсудить.